Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Вал Наталья Андреевна. Сегодняшнее наше занятие посвящается любительницам кукол. Сегодня мы с вами сошьем вот такую замечательную юбочку. И дополнительно сделаем ободочек для головы. Для работы нам нужны следующие материалы и инструменты. Вот такой кусочек ткани. Можно взять вот такой, как у меня, сеточкой. Можно взять тюль, шифон, все, что у вас есть. Органза. Дальше нам необходимы ножницы. Вот такие кружева. Мы будем использовать вместо поясочка. Дальше метр. Еще нам с вами понадобятся вот такие пенопластовые шарики. Такие разноцветные у меня. Но если у вас их нету, их можно заменить легким пластилином. То есть берете кусочек, скатываете его шариком, кладете, дожидаетесь, чтобы он высох. Дальше можно его использовать. Еще нам нужна будет иголка с ниточкой. Горячий клей нам нужен будет. Метр. И ободочек мы с вами будем делать. Нам нужно будет такое колечко от пластиковой бутылки, вот они обычно на горлышке такие колечки, и декор. Это тоже можно заменить простыми полубусинами. Итак, начинаем. Берем наш кусочек отреза, складываем его пополам. Дальше берем нитку с иголкой. Так, возьмем нитку и мелкими стежками. Сначала закрепляем нашу ниточку. Закрепили. Так, теперь мелкими стежками мы будем проходить по всей длине, отступая от края примерно 0,5 сантиметра. То есть вот так. Итак, я прошила до конца. Теперь нам нужно стянуть. Берем за иголочку, держим и стягиваем. Стягиваем. Теперь берем нашу куколку и замеряем ее талию. Берем метр и замеряем. То есть у нас получилось 10 сантиметров. Теперь нам нужно сделать стяжку эту на 10 сантиметров. Так, стягиваем. Вот, 10. Стянули. Теперь, значит, держим на этом уровне иголочку и закрепляем нитку. Все, обрезаем. Так, теперь нам необходимо прошить мелкими стежками вот эту сторону. Только одну покамись. Берем иголочку, точно так же ее закрепляем. Вот этот край мы прошили с вами. Теперь вот здесь вот у нас не прошитое еще осталось. Теперь берем наши шарики, прям берем и вовнутрь их засыпаем. Вот так. Они очень легкие. Юбочки. Можно их насыпать много, можно, ну, сами смотрите, как вам нравится. Я, наверное, на этом остановлюсь, больше не буду насыпать. Так, убираем. Теперь берем иголочку и зашиваем мелкими стежками. Вот здесь тоже все зашиваем. Итак, у нас готова юбочка. Теперь нам необходимо сделать поясочек вот здесь, да? Мы возьмем наши кружева и вот так их пришьем. Так будем по краю их пришивать, но оставим вот здесь вот небольшие отрезки, как хвостики, чтобы в дальнейшем нам потом завязать нашу юбочку. Берем иголку. Так, берем иголочку, наверное, сразу я отрежу, сразу отрезаем подлиннее, оставляем хвостик небольшой, прикладываем, берем иголку,
и начинаем пришивать. Итак, поясочек мы с вами пришили, у нас получилась вот такая юбочка. Теперь берем нашу куколку и одеваем ее. Переворачиваем, здесь завязываем. Итак, наша юбочка готова. Теперь мы с вами сделаем ей красивый ободочек. Берем наше колечко, разрезаем его пополам, разрезаем. И еще примерно сантиметр, чуть больше, отрезаем еще кусочек. Вот так. Отрезали. У нас получилась вот такая форма. Теперь берем наши такие полубусинки, они на ленточке, замеряем. Я примерно отрежу два ряда. Здесь два ряда. И по длине у меня получается вот до сюда. Берем ножницы и отрезаем. Вот такую полосочку. И теперь будем ее вот так приклеивать. Значит, берем горячий клей, наносим сверху аккуратно, чуть-чуть нанесли и хвостик приклеили. Так, теперь отодвигаем и дальше. До конца закрепили. Вот у нас получился вот такой красивый ободочек. Теперь можно его одеть. Одеваем. Вот такие у нас получились юбочки. Ребята, любите своих куколок, шейте для них наряды.